Всем привет, вы были на канал HardRZ.info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить наушники Edifier TVS 1 к вашему айфону. Итак, для этого мы отодвигаем правую шторку на нашем айфоне, включаем Bluetooth и зажимаем значок Bluetooth. Далее зажимаем его еще раз. И здесь нажимаем настройки Bluetooth или же Bluetooth Settings. Далее, чтобы наши наушники перешли в режим сопряжения, мы должны извлечь их из кейса. Если наши наушники автоматически не перешли в режим сопряжения, это мы можем услышать и посмотреть на индикатор, мы зажимаем левый наушник и смотрим на индикатор. Когда он начнет вот так быстро моргать между синим и красным, они переходят в режим сопряжения. И нажимаем мы здесь на наушники наши, на название наших наушников. Ждем пару секунд, и мы подключились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!